Евгений Корольчук, вратарь команды «Донбасс». Жень, крупная победа, очередная в копилке. Но главный вопрос мой будет какой? Я отвечу на него. Опять нету сухаря. Пусть хороший вратарь играет на ноль, у нас пока так. Будет хороший вратарь, будем на ноль играть. Ждем вратаря с Донбасса нового, который подъедет, да? Хорошо, да. Подождем. Слушай, тут по игре, в принципе, все понятно. Вопрос другой. Вот прошлую игру крупно проиграли Мирчанскому, а до этого вы, в принципе, ну, 5 из 6, все практически крупные победы у вас. Неужели такая разница в командах? Ну, что касается Мирчанского, действительно хорошая команда, у них очень техничные футболисты, быстрые, понимающие футбол, поэтому, ну, опять же, мы 4-3 был счет у нас, собрались после первого тайма, ну, в концовке немножко не дотянули, где-то ошибки просто были у нас, и все. Ну, не вратарские. Вратарские. И вратарские 5 тоже штук. Были? Ну, конечно, вратарь первый виноват, допустим. Не знаю, смотрел за тобой, не увидел ошибок. Ну, а с другими командами, конечно, ну, чуть-чуть уровень немножко все-таки отличается. Есть немножко команды получше, немножко получше. Поэтому вот и результат такой. Ну, а сейчас, по идее, начнется череда таких игр с верхней частью турнирной таблицы. То есть до этого, в принципе, вы 5 из 6 туров сыграли с нижней частью. А какие прогнозы, как думаешь? Да, хороших на самом деле команд здесь, ну, я думаю, команд 8 у нас приличных, и будут хорошие игры показаны. Всегда интересно играть с трудными соперниками, с такими, как Мирчанская. И, ну, пока что мы с ними только встречались. Ну, поэтому ожидаем хороших игр и надеемся на положительные результаты. Конечно, выигрывать надо вот таких у принципиальных соперников. Ну, турнир длинный, 2 круга будет и играться еще, и с Мирчанским можно отыграться, в принципе, во втором круге. Такой длительный, получается, почти больше полугода турнир. Как он, по твоему мнению, скажется на состоянии игроков? Ну, на самом деле, действительно, первый опыт с таким длинным чемпионатом в любительских лигах. Ну, хотелось бы, чтобы хватило всех людей, на все игры собирались. Единственный у меня вопрос к организаторам по поводу праздничных дней. 9 мая, 2 мая. Собираются туры проводить тоже? 2 мая да, 9 нет. Ну, хотя бы так, потому что, я думаю, не только у нас будут проблемы, у многих команд. Ну, это не только на этом турнире будут проблемы, в принципе. Жень, спасибо, и я лично от себя жду сухаря от тебя. Я лично от себя тоже жду. Спасибо.